Всем привет! Покупки из магазина Пятерочка. Начну я, пожалуй, с хозяйственных перчаток. Увидела на канале «Солнечный край. Семья и увлечения» у Натальи. И увидела также у нас в Пятерке. Решила купить. Это у нас перчатки Иконта, 5 пар. Стоили они у нас 69,90. Такие обычные хозяйственные перчатки, но они плотные. То есть хорошо будет работать в саду, в огороде. Ну, в общем, по хозяйству у нас такие перчатки просто очень быстро разлетаются. Также перчик красный. Одна штучка, нужен будет наборщик. А вообще перчики брала для того, чтобы получить с них семена и попробовать посадить покупные магазины и перчики. Очень хорошо все отзываются. Говорят, хорошие вырастают перцы. В общем, попробую. Итак, перец красный 159 за килограмм, вышел на 23 рубля. А перец желтый 149 за килограмм, вышел на 31,29. Шоколадка Alpen Gold Oreo, молочный шоколад. Классная, вкусная шоколадка. Мне очень нравится. Шоколад был по акции за 41 рубль. Также увидела у Натальи пресс-формы для печенья. Мне как раз не хватало формочки человечка. Я люблю делать имбирные печеньки. Ролик есть на канале. А вот формочки в виде имбирного человечка у меня не было. Такая формочка стоила у нас 62 рубля 90 копеек. И салфетки. Салфетки бумажные. Здесь 100 штук. Красная цена. Стоили они 17,90. Но также на салатик кукуруза Green Ray 425 миллилитров 31,90. Также в магазине Пятерочка был куплен сенсой, соевый соус. Стоил он 49 рублей. Очень люблю соевый соус. Люблю готовить соевым соусом. В общем, он у нас уходит только так. И мои любимые вафли Шарлиз, точнее это печенье. Стоили такие вафельки у нас 36 рублей 90 копеек. Были у нас в магазине Пятерочка скидки. И вот под таким скидком купила чехол для одежды 65 на 110 сантиметров. В общем, это такие же чехлы, как и из магазина Fix Price. Только стоимость этого чехла значительно ниже, всего лишь 39 рублей. По скидкам набор из таких формочек, через 4 формочки и совочек. Стоил он также всего лишь 39 рублей. По скидочкам в Пятерочке швейный дорожный набор из 3 мотков ниток. Обошелся он тоже всего лишь 39 рублей. Сразу все запаковано. В общем, куда-то в дорогу или в поездку можно взять. Сразу все такие нужные цвета. Ну и, конечно, в магазинах уже вовсю продают семена и какие-то принадлежности для сада, огорода. В общем, шикарные цветы, хотя семян очень-очень много. Это у нас настурция и циния. Настурция, циния. Стоили эти семена 8,90. Уже не знаю, куда мне столько семян, но будем сажать, выращивать. Сразу совместим покупки не только из магазина Пятерочка, но и из скандального магазина Светофор. Очень много споров различных вызывает продукция из этого магазина, но сегодня у нас не будет оттуда продуктовых покупок практически. Из продуктовых у нас только черный перец горошком. Пачки здесь 50 грамм. Перец у нас стоил по 30 рублей 90 копеек за пачку. Вообще в магазине Светофор сейчас в нашем пусто. Все размели, ничего нету, ни продуктов, ничего. Светодиодные лампочки эконом. Здесь заявлено, что 10 ватт. Лампочки на стандартный цоколь. Свет холодный. Я эти лампочки уже вкрутила. Сейчас покажу, как они выглядят. Так выглядят лампочки. Это стандартные
диодные лампочки. В общем, что самое интересное, вкрутила их за место 7-ваттовых таких же лампочек от эконома. Могу сказать, что светят они совершенно одинаково, я разницу не заметила. Мне темновато в комнате, но куда-то в хозпостройки пойдут отлично, в сарай там или еще куда-то. В общем, будет экономить электроэнергию. Стоили эти лампочки по 38 рублей 90 копеек. Самое мое любимое приобретение в магазине Светофор — это универсальные полотенца. Здесь 125 штук. Хватает их, кстати, надолго. Наш предыдущий рулон, который был куплен в самой первой закупке, еще до сих пор есть, но уже заканчивается. В общем, здесь 125 штук, это обычные полотенца, их можно использовать как угодно, кому как вздумается, тут даже заявлено, что вместо туалетной бумаги. В общем, стоил такой рулон у нас 61 рубль 90 копеек. В фикс-прайсе такой стоит 99 рублей. Разницы я не замечаю. Может, в принципе, есть разница, но для меня как-то она несущественная. И опять-таки последняя, но постоянная покупка. Это перчатки бытовые. 5 пар, универсальный размер. Сейчас они пойдут как раз для посадки рассады. Стоили эти перчатки у нас 31 рубль 90 копеек за упаковку. А из продуктовых покупок у нас получилась вот такая вот смешная картина. В общем, кусок мяса и много приправ до шоколадки. А все почему? Потому что все остальное мы закупаем в местном магазине. Ссылку на видео оставлю в описании, если кому интересно. Итак, что у нас? Окорок свинины охлажденный на 306 рублей 75 копеек. Кило 300 стоил 221 рубль. Вот такой вот здоровый окорок. Хочу, наверное, запечь мясо. Сделать буженинки. Опять-таки, нет, мясо-то мы запекаем, любим, но хочу попробовать рецепт. Насмотрелась я кулинарных блогеров. Шоколад Аленка. Я пью чай без сахара, но пью его обязательно с шоколадом. Либо это Аленка, либо Альпенгольд, либо Бабаевский. Шоколадка Аленка. Стоила она 40 рублей 80 копеек. Две штуки. Обычный простой молочный шоколад. Теперь все то, что поможет мне воплотить рецепты, которых я насмотрелась. Это у нас приправа. Корица. Корицу очень люблю. Люблю использовать ее в выпечке. Стоила корица 5,60 за упаковочку. Здесь у нас 10 грамм. Брали мы в магазине. Это не сетевой магазин. У нас, наверное, в городе такой один. Очень люблю приправ, поэтому приправ много. Потихонечку готовимся к Пасхе. Будем пробовать сейчас рецепты куличей. Хочу на канале тоже показать свой рецептик. Это у нас кондитерская присыпка. 5-10, 7 грамм. Это много дрожжей. Ну как много? 3 пачки по 11,90. Приправа лимонный перец, хуторок 15 грамм, 8,90. Это опять-таки к мясу. Моя любимая приправа хмели сунели. Очень мне полюбился вкус этой приправы. Стоила такая приправа у нас 7,50 и в пачке у нас 15 грамм. Семена горчицы. Думаю, мариновать мясо, шашлычок, курицу, что-то такое к мясным блюдам, в общем. Стоили они 11 рублей 10 копеек за 50 грамм. Вот мне интересно, здесь точно такие же семена, которые продаются в горчице-сидиратах, или они все-таки чем-то обработанные? Мне кажется, разницы никакой вообще. Просто они чистые и помытые, наверное. Срок годности, состав не написан. Но мне кажется, то же самое, что и сидираты на развес. Только упаковали в пачку и подороже будет. Очень много лимонной кислоты. Лимонную кислоту используем для чистки чайников от накипи, для прочистки труб вместе с содой. Ну и так, когда нету разрыхлителя, как разрыхлитель. Вместе также с содой. В общем, стоила лимонная кислота по 3,20 за пакетик. Здесь 5 штук. Любимые вафли Яшкина. Получилось, что из
продуктов у нас мясо и сладкое, в принципе, потому что все остальное у нас есть свое. Овощи мы не покупаем. И стоили 47 рублей 90 копеек. И вот в магазине «Магнит» по акции дрожжи. Делаем часто свою выпечку, поэтому требуется дрожжи. В общем, стоили они по 8 рублей, но из расчета, если берете 5 штук. Всем большое спасибо за внимание, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока!